Этот небольшой и легкий карманный проектор можно подключать к самым разным цифровым устройствам, а также использовать с ним SD-карту и USB-накопитель для доступа к цифровому контенту. Наличие встроенного медиаплеера делает проектор PicoPix независимым от других портативных устройств. Большой экран. Смотрите мультимедийный контент на самом большом портативном экране, где бы вы ни находились. Проектор PicoPix – это кинотеатр, который всегда при вас. Встроенный медиаплеер. Встроенный плеер MP4 поддерживает все стандартные видео- и аудиоформаты. Это значит, что карманный проектор PicoPix является полноценным устройством, которое способно воспроизводить файлы из встроенной памяти объемом 2 ГБ, с USB-накопителя или карт памяти разных типов. Встроенный аккумулятор. Проектор PicoPix оснащен встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 2 часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. PicoPix станет вашим верным карманным спутником. LED-технология. Ваши фотографии и видео заслуживают того, чтобы ваши друзья и близкие смотрели их в самом высоком качестве. Именно поэтому мы разработали карманный проектор PicoPix на основе LED-технологии, которая гарантирует максимально яркие цвета и высокую контрастность изображения. Прекрасное звучание. Наслаждайтесь превосходным звуком при просмотре видео и прослушивании музыки. Высококачественный встроенный динамик мощностью 1 вторник отлично воспроизводит звук и позволяет регулировать громкость. Соединение. К карманному проектору PicoPix можно подключать целый ряд различных устройств. К вашим услугам разъемы USB, HDMI, VGA, компонентный, композитный, слот для карт SD, SDHK и аудиовыход 3,5 мм. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.